Здравствуйте, я Руслан Кухарчук и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Дети – наше будущее. Как не банально звучит эта фраза, но сегодняшние подростки – это завтрашние чиновники, врачи и педагоги. Какими они будут, какое общество создадут, как, влияя на детей сегодня, можно строить завтрашний день. Об этом и не только в нашей программе, я также сообщаю, что вся эта неделя в Ассоциации Мануил посвящена молитвам о семьях и детях. Звоните, чтобы получить необходимую духовную поддержку. Наши консультанты уже готовы принять ваш звонок. С нами в студии особый гость начальник службы по делам детей города Киева Николай Кулеба. Приветствую вас, Николай Николаевич. Вы непосредственно занимаетесь вопросами детей в Киеве, в столице Украины. Какой род деятельности, какой предмет вашей работы в первую очередь? Ну, это социальная деятельность, социальная работа, которая связана с защитой прав детей и Интересно, что вы сказали, дети будущие. Знаете, заезженная фраза такая, и что это будущие чиновники, педагоги и врачи. Я думаю, что приоритетнее все-таки это будущие родители, папы и мамы, которые будут воспитывать своих собственных детей. Поэтому насколько эти дети сегодня будут в безопасности, настолько эти дети будут образованы, насколько эти дети будут сегодня духовны, настолько э, это отразится на нашем обществе в будущем. Поэтому я думаю, что приоритет все-таки детей рассматривать под призмой того, что они будущие папы и мамы, которые будут воспитывать собственных детей. Вот от того, насколько мы сможем сегодня защитить их, насколько мы сможем вложить в них те вещи правильные, которые потом отразятся на воспитании собственных детей, вот настолько наше общество будет таким, каким мы хотим его видеть сегодня. Как проходит ваш рабочий день? Я имею в виду, что является главным приоритетом и, в, и во внимание. Это жалобы детей или, или бездомных детей или семейных детей в том числе? Ну, э, в том числе и жалобы детей, но больше всего это безответственное отношение взрослых к детям. Поэтому львиная доля тех дел, которые мы рассматриваем, касается того, что родители не выполняют свои родительские обязанности что дети вынуждены жить на улице или совершать какие-то правонарушения, то, что родители отказываются от своих детей. И, ну, к сожалению, это... В большинстве случаев это проблема, которая нужно решать, а также есть...